Кредитная предыстория уходит корнями в далекое прошлое создания ОСББ и самого строительства нашего дома. Поскольку дом был сдан не совсем так, как хотелось бы, поэтому приходится доделывать своими средствами. То, что мы взяли кредит, это, конечно, заслуга большая руководителя нашего отделения Щадбанка. Он нам очень большую помощь оказал. Вот. Необходимость в кредите, она назревала давно, поскольку у нас были проблемы с отоплением. Вот. И кроме того, нужно было придумать что-то с энергоэффективностью нашего дома, поскольку у нас большие расходы на освещение дома и на утепление. Поэтому было принято решение взять кредит. Кредит мы брали комплексом. Мы, значит, взяли окна, застеклили северный фасад. Это у нас был проблемный фасад, северная сторона. Зимой это было очень холодно. Внутри подъездной, да? Да. Окна. Значит, кроме того, мы взяли, поменяли все приборы освещения в доме на LED лампочки. Значительно экономия получилась по освещению. Ну и самое главное, мы провели модернизацию нашего теплового узла. Сколько денег вам дал Ощадбанк на это? Ну, все, что попросили, все и дали. Ну, сумму можете озвучить? Да, мы взяли у них 87 тысяч гривен. Угу. По их программе это 24% годовых. Как вернули? Быстро? Не быстро? Ну, вернуть быстро не получится, поскольку мы взяли его на 5 лет, чтобы не было ощутимо для жильцов размер ежемесячного платежа. То есть он в тариф вложен, да? Нет. Нет. Отдельно. Отдельно он начисляется, отдельно идет отдельной графой. На каждую квартиру отдельно начислялся. Значит, 87 тысяч гривен. Из них 40% на материалы, это порядка 36 тысяч нам вернули буквально через полтора месяца. Государство вернуло по этой программе. Оставшуюся часть мы выплачиваем. И поскольку сумма к выплате не совсем такая пугающая, то уже третья часть людей просто погасили кредит. Просто закрылись. Они внесли необходимую сумму и закрыли кредит. Ну, остальные 60% платят. У нас получается ежемесячно по кредиту выплаты где-то в районе 18-19 гривен в месяц. Платим по кредиту. То есть сумма небольшая. На каждую квартиру равноценное количество было, да? Да. Сумма одинаковая. Да. Сколько это получается на каждую квартиру? У нас общая сумма на каждую квартиру это где-то 650 гривен. Угу. Вот эти 650 гривен люди могут погасить и забыть за кредит. Кто-то платит. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, побыстрее выплатить кредит, потому что у нас планы дальше большие. Сколько осталось лет вам еще выплачивать кредит? Ну, еще
году еще 4 года мы только взяли его. Вы, это получается, в прошлом году взяли кредит, да? А банк пошел на то, чтобы дать... Ну, вы недавно в любом случае, дом молодой, сколько дому лет? 3 года. 3 года. И, ну, вообще банковская программа, она все-таки предусматривает какие-то гарантии для них, да, для того, чтобы выдавать такие кредиты. Они должны видеть движение по счету, должна быть информация о фонде, который существует. Но да, в вашем случае? Здесь все под контролем, и руководство ОСББ практически не имеет к этим деньгам никакого отношения. Все эти деньги, они идут, контролируются Ощадбанком, контролируются другими структурами, и Киевом отчетов очень много приходится делать по работам, которые проведены. То есть все под контролем.